Всех рад приветствовать, друзья! Сегодня мы опять продолжаем обзоры на коляски от компании Carella. И сегодня мы с вами разберем коляску, которая имеет такое интересное название Sigma. Эта колясочка универсальная, два в одном, на круглый год. Цвет у нас сейчас Stone Grey, это темно-серый представлен. Вот с такими вот золотыми штрихами, так сказать. Так, перед обзором давайте краткие технические характеристики, как обычно. Вес с люлькой, вот как сейчас видим, 13,3 килограмма. Такой средненький вес, чуть выше среднего, наверное. Вес с сиденьем 12,9. Очень хороший, кстати, показатель регулировки спинки у прогулочного блока 115-165. До 4-5 лет приблизительно колясочка, потому что 22 килограмма выдерживает. Ширина колесной базы у нас 56 сантиметров, а люлька 76 на 32. Это большая хорошая люлька, друзья. Так, что у нас в комплекте, давайте быстренько посмотрим. Антимоскитная сетка на люльку на прогулку, дождевик на люльку и на прогулку, сумка, рюкзак для мамы. Так, прогулочный блок, накидка на ножки на прогулочном блоке. В принципе, все, что нужно, есть. Единственное, можно было бы докупить, например, подстаканник. Вещь полезная. В общем, сверху вниз начнем изучать, прям с ручки. В ручке здесь у нас есть такая вот... Такое отверстие, куда можно просунуть руку в козырьке. Здесь обито все эко-кожей, чтобы удобный был хват. Под ручкой нету никакого отверстия, снежок там, вода туда попадать не будет. Что касается ткани, друзья, очень классный материал. Это такая толстая, приятная мешковина. Я очень люблю такие вот материалы. Я не знаю, как он называется правильно, но кайфовый материал. Прям очень классный. Так, у нас в... В козырьке от люльки есть вот такая возможность. Отстегиваем секцию и вперед наклоняем. Вот так вот увеличиваем. Козырек просто здоровенный получается. Но это не все, друзья. Еще открываем и получаем у нас здесь москитную сеточку, чтобы можно было проветривать летом в теплое время года. В общем, козырек прекрасный, просто прекрасный. Так, здесь у нас... Наклоню, чтобы было виднее, есть вот такая вот опция, чтобы мы могли полностью закрыть ребеночка в непогоду. И также есть отверстие, закрытое, естественно, с прозрачным окошком, чтобы мы могли смотреть за ребеночком. И в то же время ему не дуло. Что еще мне нравится, я люблю, когда вот эта накидка, она реализована с помощью вот таких замочков. И у нас легкий доступ к ребенку образуется. Откинули вперед, все. И посмотрите, какая здоровая, классная люлька с толстенным матрасиком. Есть механизм, чтобы можно было чуть-чуть посадить ребеночка, когда он уже захочет там сесть. И бонусом у нас есть вот такая опция. Тоже летом будет, кстати, очень актуально. Открываем. И здесь у нас сеточка, чтобы ребенку или проветривать можно было дополнительно, или он на животике лежал, и ему было там не скучно, он мог смотреть на мир. В общем, люлька здесь прекрасная, друзья. У меня вообще ноль претензий к ней. Что касается нижней части, есть ли там ножки, давайте проверим. Сразу хочу подметить кнопки, которые я сейчас нажимал, они с памятью. Нажали, они остались зафиксированными. И спокойно... Ой, я зря дернул. Если так шевельнуть, они на место становятся. Поднимаем, и все. Так, смотрите, что у нас снизу? Ножки, все прекрасно. Можно ставить, не бояться, что вы ее покорябаете или испачкаете. А сейчас с вами перейдем к прогулочному блоку. Прогулочный блок, друзья, естественно, реверсивный. И по ходу, и против хода можно ставить. Все с этим хорошо. Я при вас попробую сложить колясочку попозже с блоком по ходу движения и против хода. И мы с вами посмотрим, как она, в каком виде складывается. Так, что касается непосредственно блока прогулочного.
Классический, на самом деле, прекрасный, как по мне, блок с мягкими матрасиками, с возможностью регулировать по высоте. Видите, у нас и подголовник, и козырек регулируется по высоте. По мере роста ребенка прекрасно. Ниже ребеночек опустили, повыше подняли. Пятиточные ремни, мягкие накладочки везде. И приятный бонус, что есть вот эта перемычечка. Она многим нужна, почему бы ее не иметь. Так, что касается также безопасности, есть у нас бампер. Бампер откидывается в сторонку, как калиточка. Створочка можно открыть и, собственно, спокойно посадить ребенка. Мешать он не будет. Подножка у нас здесь в эко-коже, чтобы легче было чистить. Естественно, регулируется куча положений. Так, козырек. Смотрим. Оп. Козыречек. Я его случайно снял. Давайте его поставлю обратно. Все. Когда собирали колясочку, не защелкнули до конца, и он выскочил. Так, козырек у нас тоже имеет вот эту дополнительную секцию, которую на замочке можно закрыть и открыть. Также смотровое окошечко, закрытое тоже с магнитиками, кстати. Вот, это тоже опция прикольная. Здесь у нас тоже козырек дополнительный есть. Можно вот так внутрь завернуть, открыть, если надо. В общем, прогулочный блок отличный. Как по мне, претензий нет. Давайте посмотрим на те самые 115-165 градусов. 115 чем хороши? Почти капитанская посадка. Ребенок, ну, не полностью вертикально, но вполне сидит и комфортно наблюдает за миром. Уснул. Не 180 градусов, но, друзья, ребенка же мы не новорожденного сюда кладем, правильно? Вот, поэтому вполне себе для сна положение прекрасное. Так, взглянем на сумочку. Что она у нас из себя представляет? Это сумка, так называемый рюкзак. Вот так это все выглядит. Сзади у нас здесь перфорировано, чтобы спина меньше потела. Куча кармашков спереди. Внутри куча отсеков. В общем, все необходимое вы сюда можете спокойно упаковать. Ну, еще и симпатичный такой. Можно и без коляски использовать. Так, с этим разобрались. Что касается ручки, друзья, телескопическая ручка. Она регулируется у нас по вылету. И достаточно широкий диапазон имеет. Точные характеристики, прям вот расстояние от ручки до пола, по ссылке в описании пройдите, посмотрите. У меня же рост 186, проецируйте приблизительно как будет вам. Вот сейчас я на максимум выдвинул, сейчас на максимум задвинул. Поэтому смотрите, мне кажется, большинству людей, даже практически всем этого диапазона хватит спокойно. Так, теперь давайте взглянем, что у нас там снизу. Снизу у нас, друзья, резиновые колеса, они не надувные, просто резиновые. У нас есть антишок спереди, амортизация сзади, передние колеса, естественно, имеют возможность блокировки, чтобы колеса не поворачивали, если там какая-то неровность вам нужно преодолеть. Хороший достаточно клиренс. Тормоз нажимается сверху и снизу ковыряется, чтобы открыть. Вот это мне не очень нравится, конечно. Так, что касается багажника, друзья, он закрытого типа, сюда вот сбоку можно что-то накидать, но сверху он закрыт, поэтому вот ваше отверстие, в которое вы можете что-то класть. Вот мячики, что такое крупное, сюда уже, к сожалению, вы набросать не сможете, но зато он полностью закрыт от чужих взглядов. Вот, и, в принципе, прикольно все это дело выглядит, и то, что вы туда будете класть, оно не будет пачкаться, друзья. Как по мне, прикольно. Кстати, здесь спинки всегда у них перфорированные, чтобы дышала еще спинка. Вот. Так, теперь давайте будем смотреть, как эта вся конструкция складывается. Давайте пробовать, как это все работает. Так, пробуем. Я просто при вас сейчас опустил ее вперед. При положении по ходу. Смотрим, что получаем. Вот. Получается, по ходу движения у нас все прекрасно складывается. Теперь проверим против хода движения. Так, фиксатор у нас здесь, вот в этом месте находится. Отжимаем.
и вперед. Теперь давайте с вами попробуем это все сделать против хода движения. И посмотрим, что у нас получится в данном случае. Опускаем сюда, делаем ту же самую манипуляцию. Кстати, здесь, чтобы сложить, сбоку незаметная кнопочка есть. Если ее не нажать, раму упрется ручка. Если ее нажать, она пойдет дальше, видите? И нажимаем так, оп, ой. И смотрим. Все. Соответственно, делаем вывод, что она у нас не раскладывается, а не складывается с сиденьем, с установленным против хода. Поэтому имейте в виду. Устанавливаем его по ходу движения и тогда складываем вместе с блоком. Но зато, когда она складывается, учитывая, что она такая большая, полноразмерная, всесезонная, вседорожная, она получается достаточно компактной. Так, в принципе, что я не сказал? Все, что хотел, я сказал, друзья. Добавить мне больше нечего. И очередной раз скажу в двух словах про бренд Carella. Дают нам максимум за минимум денег. Ссылка внизу в описании. Пройдите, убедитесь, что она стоит недорого. Учитывая, что вы получаете, как по мне, это такое что-то с таким намеком на премиум, но за очень мало денег, друзья. Конечно, это не премиальная продукция, но это прям вот за свои деньги просто кайф. Поэтому ссылочка внизу, друзья, можете смело приходить в магазины, смотреть, щупать, заказывать, все нормально. Кстати, сори, я совсем чуть не забыл, точнее говоря, забыл накидочку на ножки вам показать. Уже про коляску все сказал, а добавить мне больше нечего, да? Вот, накидочка у нас на ножке. И все это дело вот так вот у нас прячет ребеночка с козырьком. Все хорошо, зимой тоже ребеночка можно классно спрятать. Чуть не забыл вам про нее рассказать. Кстати, подножка здесь еще у нас регулируется по вылету. Диапазон буквально там 2 сантиметра, но тоже приятно. Ну а теперь все, поэтому удачного вам выбора, вопросы остались, пишите в комментарии, на все ответим, а вам удачи, всем пока!